Каждый год на базе техникума пищевой промышленности проходит региональный конкурс профессионального мастерства. И в этом году студенты, будущие повара, прошедшие строгий отбор в своих учебных заведениях, прибыли в Рязань для того, чтобы показать уважаемому жюри, на что они способны. Ребята прошли внутритехникумовские отборочные конкурсы, там тоже проводились в каждом учебном заведении. Затем идет региональный конкурс, и победитель отправляется на всероссийский конкурс. Мы пригласили в качестве членов жюри специалистов, профессионалов, которые будут уже смотреть с точки зрения, ну, скажем, профессионального отбора наших студентов. Королева стола – рыба треска. Приготовить ее нужно так, чтобы впечатлить своих более опытных коллег. Ребята готовились, тщательно распределяли между собой компоненты, из которых в конечном итоге должны появиться шедевры кулинарии. Мне кажется, вот эти конкурсы многое дают. Самое главное – опыт, общение. Блюдо называется «Для милых дам». Что у него будет входить? Треска, помидоры, кабачки, цукини, сок лайма. И каким бы ни был результат конкурса, для каждого из участников им уже давно понятно, с чем они свяжут свою жизнь. Ведь профессия повара очень важна, и далеко не каждому дано природой готовить, уж простите за каламбур, со вкусом.